На Музбит 2015 года мы привезли две новинки, которые мы, конечно, хотим исследовать, как рынок, как наши покупатели отреагируют на эти новинки, которых раньше на русском рынке вообще никогда не было. И даже в Европе мы первые производители, которые смогли разработать таких два продукта. Первый продукт – это из серии клеев для настенных покрытий. Глюталин TFX. Вы наносите клей, например, кистью, или самый оптимальный вариант – это валиком, на стены, на поверхности, на потолки, и даете этому клею высохнуть. Этот клей после высыхания становится прозрачный, и только потом вы берете само полотно, напрямую сразу на стену это наносите. Плюс в том, что у вас больше нет никакой грязи, ни выступающих следов на швах стены. Вы можете обои снять, взять другие обои и просто их опять же приклеить к основанию. Так что клей остается клеящий через год, через два, через три. Все зависит, конечно, все равно от того, какие обои вы берете, либо какие другие вещества вы хотите приклеить к основанию. Клей вам позволит приклеить обои на стекло, на пластмасс, на плитку, везде, где вы хотите, на все не впитывающие основания внутри дома. Потом обои снимаются, и вы видите, сам клей совершенно прозрачный. Это огромный плюс этому клею, вы можете постоянно это делать в шоурумах, например, постоянно менять обои, там, где вам нужно постоянно иметь какие-то новые дизайны. Вторая новинка, которую мы привезли, это шпаклевочная масса, готовая к применению. Стандартные шпаклевочные массы, есть, конечно, много других производителей, тоже готовые в ведре, которые вы берете кайму, либо другие какие-то инструменты для нанесения на поверхность. А наша идея в том, что здесь есть специальный наполнитель, специальная рецептура, которая позволяет наносить шпаклевку стандартным валиком. Это вы валиком заходите в ведро, берете как краску, это на валик, и берете основание, а основание может быть стекловолокно покрашенное, могут быть даже плитки керамические, которые вы хотите зашпаклевать. И наносите эту шпаклевку просто валиком. И эта шпаклевка, рецептура позволяет вам нанесение слоя до 3 мм, так что чисто финишный слой. А потом одной рукой просто заглаживаете. И на следующий день можете красить, можете клеить обои и либо наносить декоративные штукатурки. Так что вы экономите, опять же, много времени, работаете очень чисто. И что для вас, для каждого потребителя важно, не обязательно быть профессионалом, чтобы нанести эту шпаклевку.